Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам очень интересные банкноты, поэтому будьте внимательны и будьте очень осторожны. Значит, банкнотов 25 купонов достаточно интересная банкнота, но в этой банкноте конкретно есть один нюанс. Я сейчас вам ее вот таким образом показываю. Все, кто уже понял, уже поняли, что это за нюанс. Значит, это подделка, притом подделка еще тех времен. Представляете? Поэтому будьте очень внимательны, когда вы даже покупаете банкноты на аукционе или еще где-нибудь. Потому что такие банкноты, в принципе, на тот момент подделывали очень легко. Значит, смотрите, я сделаю сейчас такой вот просвет. Видите, она светится, как обычная бумага. Вот. Со всех сторон. Это короткое видео. У меня сейчас нету для сравнения банкноты. Ну, такой же, оригинальной. Просто хочу сейчас показать. И вот смотрите на просвет. Водяных знаков нету вообще. Вообще никаких водяных знаков нету. Вот в этом и прикол. Короче, я хочу вам показать еще кое-что, анонсировать, так сказать. Вот такая подделочка. Прикольно, да? И вот такая подделочка. Круто. Детальный обзор в следующих видео. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны и следите за моим каналом. Я покажу вам отличия, чтобы вы хорошо разбирались, ну, чтобы можно было отличить легко оригинал от такой подделки. Это подделки старые. И даже сейчас вот можно такие штуки выловить. Я сегодня все-таки попал на барахолочку, и мне для обзора предоставили такие банкноты. Я завтра возьму оригинальные банкноты, и мы с вами вместе сравним, чего не хватает на этих банкнотах. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.